Доброго всем, ребята! Кента пока на проводе. Я знаю то, что вы ждали. И да, ребята, это очередная серия в мире животных. Прямо сегодня, ребята, мы будем банить всех этих говнюков-читеров. Поэтому, пожалуйста, если ты... Да-да-да, именно ты! Если ты против читеров, если ты хороший, нормальный игрок, то поставь лайк и подпишись на мой канал. Проверим, сколько нас людей, а не всяких там животных. Сегодня, ребята, будет очень необычное видео. Хотя у меня все видео необычные. Оно настолько необычное, что ваши глаза будут вот такими. И вы вот с такими глазами будете ходить до конца дня. Поэтому, пожалуйста, не перематывайте, потому что там в конце самое интересное. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну и конечно же, если хотите попасть в рубрику «Смешные комментарии», то пишите комментарии. Смешные. Так, ну чё, пацаны, вот это самый популярный комментарий под прошлым видео. С каждым лайком Кента ПК превращается в цибулю. Я, конечно, извиняюсь, но вы это на кого батон крошите? Пацаны, вы понимаете, удар в печень никто не вечен. Вы чё такие лайкаете комментарии про Кента? Я не цибуля, цибуля тут только один, это тик-так. Комментарий номер 2. Училка по матёше, когда мы пишем контрольную и нифига не понимаем. Поставьте на скорость 0.25. А ну-ка, давайте посмотрим. На ваших экранах 3 кента, это легендарный момент. Давайте смотреть, что нам говорит училка по матёше, когда вы ничего не понимаете. Ребята, если бы у меня была такая училка по матёше, я бы не ходил бы на матёшу. Ну и традиция нашего выпуска — это, ребята, вырубить читера какой-то частью тела. Но сегодня будет особенная часть тела. Нет, не писюн, не подумайте. Кент, го его с головы. В нокаут, братик. Без проблем. Читеры, ловите. Ребята, внимание, внимание, внимание. Мне пришло очень важное сообщение. Ну прям очень важное. Так, давайте, все читаем вместе. Кента ПК, ответь мне за 10 сек, если ты не гомосек. К сожалению, ребята, прошло больше 10 часов, поэтому выводы делайте сами. Ну я, ребят, на всякий случай ответил. Лучше поздно, чем никогда. Ну что же, давайте смотреть. Сейчас вы, ребята, увидите еще одного любителя прострелов, как некоторые пишут в комментариях. Внимательно смотрим, смотрим, буквально 3 секундочки, и парень прострелом в кавычках убивает моего подписчика. Эх ты, жалко-то тебя, получишь бан, потеряешь свой АВМ членикс, ой, феникс. Ну что же, ребята, ID 318-213-42, ты получаешь бан. Ну а следующая наша жертва — очень наглый читер. Пацаны, смотрим, смотрим, смотрим. Так, нифига себе, у него большой прыжок. Так, я вижу, у него есть большой прыжок. Дальше, у него есть спидхак. Он даже стреляет через стенки, да ну. Да ну, да ну, смотрите, смотрите. Он стреляет в пол. Я просто в шоке, ребят, что это такое? Как? Как? Почему это не пофиксили? Почему читеры могут простреливать сквозь стены? Камон! Так, а теперь мне надо ID этого человека. Так, и конечно же ID 577-296-21. У парня 8 уровень, но скоро будет нулевой, потому что он получит бан. Мужики, вопрос к вам. Очень-очень важно. Как вы думаете, это читер или нет? Я просто хз. Я знаю, что есть такие прострелы. Кого хоть раз так убивали, можете написать в комментариях. Срочно, ребята, напишите, это прострел или это все-таки чит. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Так, вот-вот-вот-вот-вот. Этот чувак убил именно через это место. Но я сам лично так убивал людей. Поэтому я могу сказать то, что не 100% это читер. Просто напишите, как вы думаете, в комментарии. Ну а сейчас вы увидите очень необычного зверька. Посмотрите на вот это. Не, зверек — это не мой подписчик. Это вот этот вот чувак. I have I'm bot. Смотрите, он летает. Он в воздухе. Это летающий читер. Я просто в шоке, ребят, посмотрите. Он в воздухе. У меня нету слов. А ну-ка, давайте еще раз посмотрим, где же он там. Так, 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 сейчас он убьет моего подписчика. Смотрите, не, в этот раз он на земле, но до этого он точно был в воздухе. Блин, летающий читер, это что-то новенькое. Так, народ, а вот сейчас я реально не понял прикола.
откуда появились летающие читеры? Их раньше никогда не было, вообще не было никогда. А теперь смотрите, вот он в воздухе, чувак, тупо в воздухе летает. Летающий читер, у меня нету слов. Что это? Да-да-да, смотрите, ну он в воздухе. Но радует то, что у нас есть его ID 5903-4393. Пока! Ой-ой-ой, еще один читер с ножом. Я в шоке, ребята, читер с ножом. И знаете, что самое-самое странное? То, что у него опять полет, опять с флаем, смотрите. Опять чувак в воздухе, вот-вот-вот, смотрите. Ой-ой-ой, ребята. А у него еще скин UMP-45 Shark Statrek. Но это такое, это не жалко. А вот нож, мне его жаль. Но, дружище, ты тоже получишь бан. 478-437-25. Пока. У него еще медаль есть, ох. Но вот сейчас мне реально стыдно за стендов, потому что мне написал подписчик, типа, Кент, я начал играть стендов из-за тебя. И в первой же катке, в которой я начал играть, мне попался читер. Ну, блин, ребята, реально, мне очень стыдно, я извиняюсь перед моим подписчиком. Первый раз скачал стендов и сразу же читер. Вот, смотрите, вот этот читер с ником Кайфушник. Ну, говнюк, одним словом. Вот портит игру новичкам. Вот понимаете, вот вы своими читами отталкиваете новичков. Потом, пацаны, обозвите этих читеров в комментариях сами вместо меня. Мне просто YouTube не позволяет. О, Кайфушник, 594-201-43. Ты получаешь бан. Ну а сейчас вы увидите читера, который себе слишком многое позволяет. Вот он, мой подписчик, играет, всех выигрывает. Смотрите, минус один, минус два. Ой, красавчик подписчик. И тут его убивает. Ох, пришел пирожочек. Пришел читер патруль, Кенту получит бан. 593-950-69. Пока, ты тоже улетаешь на банановые острова. Ну а вот это любитель полетать. Че-то сегодня видео слишком много. Вот он. Эх, как же приятно банить таких говнюков. 586-89-827. Пока. Но сейчас вы увидите читера нуба. Ребята, это просто полный трэш. Реально полный трэш. Посмотрите на вот это. Это реально читер нуб. Смотрите, прыгает. Оп, застрял. Смотрите на него, застрял. Ох, нубы. Ох, нубик. Не может пройти. Ох же эти нубы. Читер с флаем, ну, с полетом, плюс с прыжками. Блин, было бы эпично, если бы его еще и убили. Так, но, ребята, к сожалению, даже, не, к счастью, мы его тоже забаним. ID 199-70571. Кстати, старый ID, жалко его банить чуть-чуть, но не сильно. Ну что же, в принципе, ребята, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был убийца читеров 228. Если вы нашли читера, скидывайте мне его в ВК. Я тупо вас слохти, а! Ну что же, всем удачи и всем пока.